Самоцветная радуга. Не слышал? Нет, нет, я... Она вошла же в реестр Вернадского музея. Почетный член, я теперь у них там. Почему? Ну, рассказывай, само собой, а остальная половина книги, знаешь, о чем? О каждом самоцвете стихи. Обо всех. Стихи? Ну, когда-то я тоже немножко... Ну, они этим когда запали, баловался. Говорят, с такой, говорит, душой, с таким знанием на стихи, это, говорит, что-то. Я говорю, да, хуйня. Я про любовь лучше. Что вот так вот. Ясно. Ты уже записал насчет... Ну-ка я это вырежу, конечно. Это... пикнет в том месте. Кайгородку знаешь? Но... Дом знаешь? Знаю, знаю. Всегда да, рад. Давайте. Ну, давайте. Привет, молодцы вы. Хорошо, передам. Вам мы всего доброго. 80, покоя нет еще. Ой, устал. Роется. Устала, наверное, лежит он уже. Да, сил нет, по-моему. Ну что, она у меня шибко хорошая. Как она горки теперь делает. Ну, ясно. Еще такие горки обалдежные. Ну, это тоже... Все не просто горки, а с идеей. Ну, это искусство тоже. Молодец она. Ну, ладно, Эльдар, что, побегу я. Давайте. Всего доброго вам. До свидания. Намотали. Давайте. Как меняется лес быстро. Давно здесь не было, уже видите, сосенки стенку загородили. Схожу, посмотрю, копь за нора хоть, что там делается. И здесь тоже уж позарастали стежки, дорожки. Па! Где проходили милого ножки. Сейчас с Эльдаром Ивановичем встретился, немножко поговорили. Ну, поняли, что он новую пишет, книгу уже шестая будет. Вау! Вот тебе и вау! Ну, конечно, говорит, ливень был страшный. Вот вам, пожалуйста, какой тут андалузит. Я думал, сухо, а тут вообще... Вообще... Да, вот здесь вот был гранатик хороший, прозрачный, 3 мм, правда. Но может от силы 4. Андалузит. Пегматит мне отсюда тоже нравился. Это уже так. Вот корчик. Приду там. Образец хоть возьму. Или скотчем.
Вот она жила, она вот так вот идет. Вот она, видите, это пигматитовая жила. С биотитиком. Вот такие вот листочки. Это уже краешек жилы. Мелкий. Кайло маленькое. Не взял. Вот пигматитик. Вот здесь покрупнее. Ну, в общем, вот. Вот рыбалка. За пигматитом рыбалка. Ну, уже позеленел. Ладно. Как-нибудь в другой раз. Вот она, это все жило идет тут. Вот такой кварц. А тут были такие биотитовые бляшки, трубчатые. Вот не оставил, сразу ушли и все. Сантиметра два такие. Тоже пигматит. Вот в таком шпате, с такой вот следой, не знаю, что это такое, мне кажется, лепидолит это, был гранат. Сейчас обесцветилось, а тут такая все же сиреневатая слюда была. С кулак такая шла. Вот жила туда продолжается, там можно тоже поработать. Но он далузит я брал вот здесь вот, глубже. Опа-на! Можно, конечно, пройти, посмотреть, может, что-то обнажилось. Значит, уже желания нет. Пойду обратно. Ну, тоже в канавке. Тут вот жила пигматитовая недалеко. В метрах трех. Она вот здесь проходит где-то. Выше, наверное. Кварцевых тут полно. Ой. Вот тут вот.
халцедоновое что-то тут. Вот пегматит. Дорогу пересекает. Ну да ладно. Остановлюсь еще в одном месте. Вот ты, бог ты мой. Ну, вот такие шняги тут. Халцедоновая. Как-то я был тут после дождя. Прекрасно все видно было. Снега, кварца. Ну ладно, домой ехать надо.